Вот этот сканер, который у нас в комитете, это наш белорусский сканер Регула. Значит, он довольно качественные отпечатки позволяет получать. Он по размеру как бы немножко не совсем портативный, но зато благодаря этому он полный, позволяет получать отпечатки, включая отчески ладоней и частей рук. Нет, это не демонстрация возможностей отечественной милиции и даже не день открытых дверей. Просто в этот раз в гости на традиционную акцию «Модный четверг» в новом формате заглянули представители Брестского областного управления внутренних дел. Мы решили вместе для горожан устроить праздник и рассказать о том, что как бы не менялась история, наша столетняя история, мы всегда будем служить закону народу Отечества. И мы решили представить, презентовать все самые лучшие ноу-хау, которые действительно вот трансформировались с того периода, когда только сотрудники милиции начинали свой такой боевой путь. Демонстрация оружия, мундирования современных правоохранителей, знакомство с работой многочисленных ведомств, которые являются самостоятельными частями одного большого комплекса под названием «Милиция». Следственный комитет и комитет судебных экспертиз, департамент охраны, отряд милиции особого назначения. Это и многое другое нашло свой интерес у посетителей. У нас динамика посещения «Модных четвергов» растет от проекта к проекту. В этом году мы поменяли формат. Если в том году мы рассказывали о отдельных интересных личностях, в этом году мы будем рассказывать о целых направлениях в работе наших структур, наших организаций. Мы учим прежде всего профилактике правонарушений. Как это делать в музее? Делать это модно, интересно. Знакомство с работой всех подразделений поможет разобраться посетителям, как это у них происходит. Также гостей модного мероприятия ожидала новая конкурсная и образовательная программа. Каждый желающий мог, что называется, блеснуть своими знаниями и получить маленький сувенир. А при выходе познакомиться с ретро-автомобилями, которые стояли на страже порядка в городе не одно десятилетие назад.